Тур Тревел представляет. Болгария, отель Соль Несебр Ресорт. Палац, 5 звезд. Идем к пляжу. Такие вот у нас достопримечательности. Я вам уже показывал. Здесь можно поиграть в мини-гольф. Здесь кто с маленькими детками купается. Потому что такие три горки. Приезжают в бассейне. Один поглубже бассейн, второй. Здесь такие лягушатники. В них можно тогда лежать, отдыхать. Даже открывается с 10 часов паэлля. Здесь не всем рекомендую. Кто бы сюда не поехал, 5 звезд, 4 именно. Будьте довольны. Пользуйтесь услугами Tour Travel. Там вы наблюдаете детскую площадку. Пошли в бассейн. Есть много русских. Но больше. Вот он наш бесплатный аквапарк. Это все включено. Ни за что вы не платите. Огромный аквапарк. Четыре взрослых и две детских дорожки. Вот он, территория аквапарка. Сделаю селфи фото. Да, горка высокая. Туалет такие у нас, да. Ну, очень интересно. Там вот можете наблюдать детскую комнату. Вон она внизу. Можете оставить своего ребенка. Еще один бассейн. С обратной стороны езжу также там. Со стороны пятизвездочного отеля. Да. Там есть вон бургеры. Вы можете покушать сосиску, хот-доги, там напитки. Даже еще ресторан. Да. Сразу же еще одна пивная. Зайдем, вам покажу. Пивнушечка, да, такая. Оп. Значит, наверное, закрыта. А, она с 11 до 6:30. Ну так, образно, вот она на лето. Пиво Беск. Да, ну, внутри там бесплатные напитки, соки, бар. Ну, как обычно, наверное, да. Здесь можно наблюдать столик, здесь готовят еду. Сейчас у нас 11 откроется только. Вон, рогалики, пиво Беск, сосиски. Ну все, Германия там. Прикольно, да? А вот еще краник пива. Так, идем на пляж. Должны видеть спуск к морю. В каждом бассейне именно при гостинице оборудовано как бы для деток и для больших взрослых именно бассейн. Пришла, да. Так и хочется искупаться. Видите, там бассейны для деток, для взрослых. Да, аквапарк. Везде стоят наблюдающие. Маленький бассейн.
Здесь вечернее развлечение, катание там на разных этих. Там можно на мотоках погонять маленьких для деток. Мини-клуб, записывайся. Ругаются болгары. Такси есть на катере. Вот мы спускаемся к пляжу. Такой путь. Путь для скидывания калорий после завтрака, обеда. Да, здесь вы можете передохнуть. Вот он, шикарный пляж, на который сюда можно приезжать. Там вы наблюдаете именно солнечный пляж от гостиницы. Ну, здесь можно отдыхать, для катания всякие массажные салоны. Катаются туда. Беседочка. Такие наметики. Ну, не жалейте, для отдыха Tour Travel представляет. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего наилучшего. Смотрите видео дальше.